Всем привет, мы находимся в городе Казани, в подземном переходе. Здесь у нас есть один такой самородок, чувак, который поет очень круто Высоцкого. Сегодня я с утра специально спустился в переход, чтобы посмотреть, здесь ли он. Он сегодня здесь, и я хочу прямо сейчас провести небольшой социальный эксперимент, попытаться с ним исполнить дуэтом что-нибудь из репертуара Высоцкого. И, возможно, что-то мы сейчас с ним исполним. Давайте посмотрим, что из этого получится. Let's go! Давайте попробуем спеть что-нибудь из его репертуара. Да можно, мне просто надо подготовиться как-то. Может, я вначале без гитары? Без гитары? Или сразу с гитарой? Ну, не знаю, как удобно. А какую песню? Давайте подумаем. А может быть, знаете какую? «Сон мне желтые огни». Вы слышали такую песню? Ну, давайте вот эту. Давайте попробуем. А вы музыкант, да? Да, я гитарист профессиональный. Просто здесь не очень слышно будет. Пойдемте тогда, может быть, туда, на сам переход. Подождите, уйдем. Нет. Да увеселия. Хоп! Или куришь, или пьешь с похмелья. Да, да еще раз. Да еще много, 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 много раз. Да еще раз. Все не так. Как надо, это гору попыхах, чтоб чего не вышло, а на горе стоит ольха, а под горою вишня, как склон будет плющом, мне бы тот рада. Да еще много-много-много-много-много раз. Да еще раз. Все не так, как надо.